Интересно, если я заскриню Неликса за этой хуйней или видос запишу и скину Дезрону на почту, он оценит? Я думаю, да. Я тоже за так 200, думаю. За 200 бонусов. Неликс отдаст свою черную лояльность. Можно поторговаться же, чё, ну на 150 сойдутся. Миша, ты видел? Пускай долгоногу выкупит мне нормально. Что типа кто сдаст этот бак голды, 1000 бонусов получит. Да. Еще двое по 500, да? Казон? 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 Казон! Алло. Успел. Называют, не крикнуть беги. Они его зовут, манят. Кинь там вместо 1000 бонусов пермоментный бак. Конника. А, ты скинул? Да. Закрытие клик. Ну это, наверное, шутка. А он нас кто-нибудь тюрцует престол? Парадах. Парадах это. Я это уже понял, что я не того. А вот смотрю на гильчата и не понимаю, как на это реагирует. Ваг, хочешь я ему объясню, в чем он не прав? Я. Делай как Лёша. Все после рейда. Давайте у жреца-то добьем. Если бы он еще на меня не срывался. А может правда его убивать вот на этой фазе, оставлять его до этого, чтобы босса туннелить? А потом убивать его, когда эти двух. Как убивать? Элбрю, Элбрю. Интересно, у меня уже третий клиент, когда спрашивает про лут, и я говорю, что кому-то из моего состава нужно. Они говорят, что подожду следующей неделе лучше, чем пойдут сейчас с гвардами. Это вот к ним. Серьезно. Это неплохо. А ты не спросил, по какой причине, скажи, любопытство разбирает? Много ну, недовольных, во-первых, я слышу, ну, я от одного услышал, что у тех ценник завышенный. То есть, типа, если мы там по 40, по 30-40 берем, эти берут 65. Зажрались. За что, прости господи, за нацеты? Или за что? Кстати, я боссу ему писал, он говорит, нифига у них цены не по 60 санвалов. Там цены такие же, как у нас. Просто я знаю, что, например, те же джоки, они
то, что мы закрываем, ходим людям за голду, они дешевле закрывают. В джаках немножко по-другому она сделала. Тебя могут взять в рейд, повесить КД, а люди, а человеку из гильдии понадобится, и ты пойдешь нахер просто со своим КД, да? Нормально. Перед рейдом это не могут выяснить перед сумм. У нас что-то вроде похожее было как-то, когда у нас взяли двух покупателей на одной той же. А народ раньше был. У нас что-то с танком. Если на трэше, то знаешь, что на бойсе. Ой, какие жесткие лаги пошли. Нет, там скиллы хоть прожимаются? Видно его кому? Нет. Точнее, станьте. Йоу. Где ты бегаешь все время? Помогаю антилу контролить. Да она мне бросала было. Ну что, Bloodlust? Где волшебная кнопка? Точка. Конечно, сказать, Кирс. Интересно, Дизерон специально этого Солориана уменьшил по размерам? Отказываемся от лута. А? Прикольно, выпал сапфир, мне его даже не показали. Эликс, просто немножко не то делал, блин, сорян. Ну, да, потому что у тебя он есть. На мейн-спек штаны ролим. На офф-спек. Чё, на робота или на келя? На келя пошли. На келя? Роботы, конечно. А, да, точно, там же закрыто. Кинжал мейн-спек. На келя, зачем тебе этот робот? Офспек. Тринька на мейнспек. Джокер кинешь трейд. А чё, липы в конце инста дадут? После разрыва. А за феникс вроде не было. Джокер, а ты думаешь, набирающиеся хоста аркану нормально? Или ты потестить хочешь? Я посмотрю.
Может быть, я уйду от своей хосты в неких случаях, понял бы, ВСПД. Посмотрим, как она набирается, как висит. Ну, она так же, как и Талик, долго набирает. Ну, которая с критом, ты об этом? Угу. Сапфир и Талик не одинаково работают, да, по механике. Долговато, она с хостой, с другой, прям... с критом. Так, а мне важно, понял, то есть, чтобы вы сели больше стаки, чем прокола вот этот урон, который все, ну, маленький. Все, просто вторым по гробу. Ну, может, что-то и получится. Чё, давайте попробуем все-таки убить нормально, чтоб никто не умер. Да, убудьте на Неликса с пола, там что-то разговорчивый какой. Сейчас что-нибудь придумаю. Да, я подумаю, чем ТК сделать. Беспредел какой-то происходит. Делорус рядом стоит, его не убивает, у меня убивает. Даем Войду 30 секунд набрать агро и все нормально. А на 31-й кто-то отъезжает? Да. Танчу. Нормально у него 105 агро там. Чего вы взяли? Ну, 10 сек хватит агро набрать. Так, а ни у кого нет мага варлока, хантов покупателей? Белорус. На что? Плечи, если плечи не падают, честно. А мы все КД повесили, потому что мы всегда ходили в четверг-пятницу. Народ, а эта фигня над тобой летает или как? Ну, дракончик вот этот, он всегда над тобой летает, или... Это ж игрушка получается? Там еще шнурок можно купить, прикольно будет, как, ну, шнурком держать его. Я тут просто смотрел на аукционе путников, которых мне не хватает. Там дракончик Аниксии есть, но он мне не нравится. И какая-то еще херовина была за... А, метла была за 13 тысяч. Полотенчик. Ну, с 1 метла был. За 13. А мне перхуй подарил просто так. Кто там мне пишет, сколько лет, я не вижу. Биг Бабл. А, Биба? Ну чё? Я из-за этого не могу спутников собирать. Миша, сколько петов у тебя? Мало. Посмотри в очистке. У меня уже больше 75. Почему говорю больше? Потому что ачивка максимальная за 75, а у меня больше. Там просто очень много всяких, там, крашеная белка, крашеная кошка.
То есть если для количества набираете? У меня не 90, но где-то 80 точно, 80-85 вот так, монорос. Ну потом с тобой сравним. Я поспрашиваю, где я чего выберу. Мне надо просто выбить большинство, чтобы они появились в атлас блоке. Когда играли на Афе, эти обычные питомцы давали бабам. Ибо они собирают вот этих питомцев, там вот эти просто. Бабам, ты че такой музык, прям? Вот, блядь, бои питомцев. Женскому полу. Женского. То есть либо баба, либо женский пол, да? Как-то помягче не дано. А, ну, блин, как правильно по словарю будет? Девушка, наверное, нет? Женщина. Сисочка? Женщина, девушка. Особь женского пола, ну как, я не знаю. Еще есть бряцва, как называл их мой дед, кастрюля. Устрица. Можно дырки менять? Некоторые козлы называют. Как говорил мой дед. Тоже неплохо. Монород это... Живу пока. Блин, охуенно сейчас получилось. Стоит, короче, фаермаг сначала откидывает, потом сова вдогону тайфун стоит. Через 15 метров ставим еще такую парочку, и мы откидываем уже на 40 метров. Парочка, там, если протовар стоит, дайте ему либо достойно умереть, либо достойно срефлектить. Откидываем, короче, у Алара элемов к самому входу. Так, из миликов кто хочет послакать на роботе? Я. Yeah. Ну ты главный мелик, как Санте, я понял. Я палкой бью на робота. А нет места для роги на робота? Я могу уступить, Кирс похилит. Плечи не отдам. Не, у меня есть плечи. Я просто побить. Лага, ты понимаешь, что нет. Это беспредел руководителя? Ой, так же дальнего возьмешь. Угу. Так, кровавый. Ладно. Женуэн. Верностный КД. Я на роботе. На народ поверь. Тоже все время хотела подобрать. Нужен БР. Да, Женуэн, сдай БР, короче, и ты можешь на этого босса уйти на замет. Фарад, ты тоже можешь этого босса послакать. Мне тоже сдать БР сначала. Лучше сразу. Уже не надо. А ты столик поставь, пожалуйста. А Жужу нохнул. Столик, портал, фила снимите. Притуманить. Скажи, Полин, инту бафни. Да, вот. Это инту. На меня, пожалуйста, как говорил адмирал, парочку инеров, но в данной ситуации парочку инты, пожалуйста. Типа из одного путника каждый раз разный цвет. Я такого на аукционе не видел. Итак, кто из вороков хочет, чтобы его бэрнули? Да. Вот, правильно, Миш, теперь... Байер. Смонти Байер и Вара Зилфрид. Или как его там. Я устрою тест-драйв хилы, так что хильте. Может, Джота на все-таки в ФДК кинем? Может, ну, спектница, пускай в ФДК.
просто у него кружка воли, мне не кажется, что он 20 даст. Не-не-не, да мне дармать меньше. Неважно, спекайся, будешь вон по нему. Жмите бахать. Портал, жмите. Ярости недостаточно. Что там, предложение отличное. Воет огромный удержит ГП за каждого падшего. Значит, в танках у нас будет Кават, Монород. Следом за ними воет. Это самое. Давайте на меня на пул с пула. Только конника ты дай с пула сразу, а Бульван через 5 секунд, хорошо? Я перекинул из луки, если все на пулы будут идти в меня, никто не сдохнет. То есть не хотите, чтобы танки при тяжелом ударе меняли по агро? Ты дай я попробую, ты потом наберешь все равно. Ты типа не врывайся, чтоб первым, я хочу первым быть. Пускай Кават, не? Сука, ну пускай. Ну или ты, кто-нибудь один, так неудобно будет в два танка. Хорошо, Монород в коте начинает воет. Кават второй танк. Не спекайся, ты мейн танк. Рэбу. Какой кошмар. Все, напуливаем на воида, да? Первый на пул уходит абсолютно весь воида, а потом уже на Кавата. Можно сразу АФК до половины хп уходить. Твой АФК, я тебе буду разбег постоянно давать. Бей давай. Шея скельтаса продается. Кем-то, нет? Последний раз никому не нужна была. Ходил. Моего нету в сети. Рыбка есть у кого? Поставить? Давай. А че на пул? Толстую кошку призывай. Сапрота пьем? Обязательно. У меня нет сапрота. Достань из банка. Доставала уже. Я релок. Ну, значит, кинь трейд. Все, шею. Тоже байер есть на шею. Войт, после 500 агро начинаю бить. Ага. Да, понял. Трейд кидай за запротом. Да. Я уже взяла сапрот, спасибо. Можно ауру паладину, пожалуйста? Все ауры стоят. У меня сегодня подожат одна ауру. Нет, все три есть. Есть. Есть? Ну, на Алекса сегодня какие-то проблемы с определением ауры тут. Понял, Войт, тут непонятно. Чего? Войт, будь добр расхлопать, да я? Нет. Теперь весь на пол отдается воид. Неликс не дам, потому что у меня рейдфреймы забагаются. Смотрю на свое хп. Когда бьет этот тяжелый удар, она вообще не убавляется, когда он на мой. Там что, заранее что ли на фул прохиливает? Там типа. Просто сегодня адмирала нет.
Это был адмирал, я тут обычно даже отъезжаю. Там, если что, иннер, если есть, можете закинуть, не помешает. Ближе к боссу. В каком сепе-то? Если я правильно помню, меня даже на прошлом КД не засыпали. Там вроде адмирала уже не было. Эдик, сбрысь с моего 7-го места. Ну чё там, как дела? Вась, как ты? Вечер. Я опять. Сюк! Плечи Локовский домаш. Долорус. Так, плечи Локовский Долорус, значит я беру Байера на грудак, да? Смотри, сколько у меня уже нахилило, сколько у тебя, да ты че? Я просто смотрел на этот ДПС котика Монаротика. Вот сразу видно, он давно кнопочки не прожил. Фолиант, Фолиант, смотри, смотри Фолиант. И травму следующую. Я вот еще сейчас три шмотки холиковские одел. А ты Фолиант кидал? Стой. Да. Ты накручивал ХП, я не кидал. Монород, ты на этом, ты на 17 месте. Ты накручивал ХП, Полин, мало. Не накручивала ХПС, я сразу сказала хилы хильти, я тестю триниум, потому что на роботе вот в этой ПМке используем эту триниум. Понял. Кот, до 40% ты был на первом, потом тебе почему-то перегнали эти. Ну вот в ХМ-ке, она очень хорошо, когда народ перебегает именно на роботе. А здесь именно она вешает на группу и как-то странно вообще работает. В смысле странно? Я не знаю, почему так. Она работает. Же комбинируется со второй три.
форме. Типа как ты отхиливаешь и на. Нет, я не про то, что она поглощает хил. Я про то, что так она мгновенно выхиливает. Ну, так она и должна мгновенно выхиливать и накидывать 8к абсорба. 12. Потому что нету абсорба от хиля. Магеры, просыпаемся, потрэшим. Ну что сделала сейчас я, Вася? Великий аппарат. Я сейчас кидала фолиант, а потом кидала лужу. И это все уходило в отхил, и поэтому другие силы от меня не страдали. Вот это я и тестила. Ну так она и должна блокировать, там только, ну, не помню. 12 или 15? Фарада тут, Женуэн тут. 12 на пятерых, 60 она. Ну, сомнительно, все равно. А в чат что-нибудь звоните? Вайт лови. Да не, почему сомнительно? Нормально. Пожалуйста, подойди. Я как бы сам, но... Делорус, этот байер, все, он уходит? Он на шею остается. Так. Смотри, травму там еще нахилила. А палка нужна кому-нибудь? Почему эти мобы не заметили? А ты какой палкой интересный вопрос? РДДшный. Ключик. Про другую подумал. Так, народ, вы чё? Танка БР, блядь. Пока БР у хилу легли, блядь. Танка как-то хиль. Я вам чё, за всех один? Я хули палку. Хули столько не было, сейчас похилишь и потальчишь и поэбэришь. Да, вот чего до сих пор не упал, короче, мобов пока бы. Да забей я, блядь, а в пробках стоял еще. Я так понимаю, вы ушли на пенсию? Да-да-да. На юбилей. На выходные. А ты уверен, что он вернет? Вась, не уходи после РТ. Хорошо. Я давай. Еще травму одевала, да. Ты просто забыла про скалирование уже. Она идет от СПД. Да-да, а СПД это мало. Моё присутствие надо, нет? Вот и все, вот разница. Ну, например, мы вот потеряли очень ценный кадр в виде ДК под никнеймом «Отъехал», который ливнул с рейда и просто пошел делать викли. А, ну, хорошо, молодцы. Я рад за него. Он сам ливнул с гильдией? Нет, я его выкинул просто. Я жду момента, когда Полина начнет играться со штормом. Нет, ты что, я Вася люблю. Что, нет, я его 2 месяца к нам переманиваю. Ты что, нет? Нормально. Лага, дай сесть? Сейчас. Шторм, ничего личного, просто это классика у Полины, и это очень... Так ты еще и переманиваешь людей? У нее есть 2 фазы общения с Ршамами. Ну, те, кого я знал, она ненавидит, те, кого она обожает, они фамиливают. Хилбота, ну что, людей переманиваешь? Ну я тебя не ожидал прям так. Вот так вот. Все познается. Я говорю, она в красных цветах сидит, переманивает. Надеюсь, хоть не в семейниках, в кружевных хотя бы. Что там без разницы, красные? Ребята, это панталоны до колена сердечко. Это были кружевные семейники. Да, РСХМ. Видишь, он знает. Ну надо завтра ДВшников попробовать собрать на Джайну перед РС. Смотрю, кстати, чарки Варкарина. Варкариана. У него запы на темную магию зачарь. То есть он Саларин. Он танчит вот этих мелких получает. Ага. И у него клыкс пистон. Это этот писюн сквернобота? Пиструн, ага. Как девку говорил. Савиный. Бас, я же говорю. Писюн лучше звучит. Я потравил. Давай бегом. Нормально, я понял.
Там обнов никаких не выходило? Нет. Вышло обнова, короче, что про товара, если в рейде нету, то рейд нихуя не может убить. Вышла обнова, мы убили робота, а никто не убил. Самое время сказать, потому что мейн танк был тро-2. Во-во-во-во-во, а на соляре почему-то танки заплакали, конечно. Ну потому что он не протвар был, блин. Не танки заслакали, а ты должен был вначале в пристав убить, а потом в трэш вливаться. А ты решил сфионить. Меня босс убил. Потому что ты туннель... Тем более, что ты возле босса делал? В смысле, не возле босса, я стоял почти где весь рейд. Ну как ты, блядь, у тебя уход в тень, нахрена? Так у меня в КД оно было, потому что я трэш бил. Чё там по Ени, я назад... Ну вот, я же говорил, во всём то, что на трэш отвлёк. Да, он меня спрашивал, узнал, куда мы идём, нет, сказал, нет. Я пошёл бы. Неликс, не спорь, у меня тоже есть шипы. Чтоб начать бить трэш, я прожимаю уход в стенку, чтоб не сорвать агро. Чтоб вообще... Его надо прожимать, если ты его начинаешь срывать, а не заранее. Лучше заранее прожать, если бы на те не было. Ну понятно, ты СПО. Потому что я знаю наших танков, и мне страшно. Вот знал, что танчит про товар. Ты сначала кричишь «помогите», потом выпиваешь стакан этилового спирта и ждешь, что тебе помогут. Если у тебя нет агро, то как ты его сбрасываешь? Смысл от того, что ты его сбросил? Смотри, если я сейчас юзну на треша уйдя, он побежит на меня. Я могу... Вот когда он бежит, ты юзаешь уход в тени, он разворачивается. А зачем, если я могу юзнуть уход в тени, и он на меня не агрится? 10 секунд. Ману регенем. Что, идея на завтра будет или нет? Ой, ты чё слакаешь? То есть ты готов не умирать раз в 2 минуты, но только? По идее должен. Каждый 4 минуты. Он мне потому что говорил в понедельник, где мы живем. Эх, нет, не обнаружил. А чё, 4-5 агро не дают? Ой, бар. Ну, наверное, на роботе не я танчил, да? Нет, я вот сейчас на трэш смотрю. Не знаю. Раз, он уже 2 раза на меня бегал. Не бывает. Не убил, наверное, да? Ну, это хорошо, там таунт есть. Реакция, ну, на, да, таунт. То, что, блин, без таунта никуда. И ставь танка без таунта, еще мана какая-нибудь. Задний пьем, нет? Конечно. Неликс, пуль. Было время, я хантом танковал. Было время, рога танковал Бруталуса. Что тут, блядь, ледяной шок кидаешь, у него агронабор почти как... Танки, тут сзади лишние люди. Ну спекайтесь, танка кто-то, что вы будете стоять смотреть или что? То есть часть трэша мы убили, а часть мы оставляем. Новая тактика, что ли? Кават просто протовался куда-то. Это тактика называется... Кто хочет дэша послакать этого босса, кому ничего не надо. Даже маунт. Я могу. Больше. Замена сделана, остальные плюсы не актуальны.
Склад, что у тебя завтра вечером будешь? Да, меня перевели. Точнее, сократили на час рабочий день, так что буду раньше приходить теперь. Не в пол восьмого, а в пол седьмого где-то. Это ваш ответ, бля. Так, ты сейчас меньше? Что? Я говорю, это ваш ответ карантину, блядь, вместо недели дома, блядь, не отчасти. А у нас его нету. У нас вируса этого нету. Счастливые. Это так, предосторожность. А так вируса у нас еще нет. Недалеко от Донецка. Все переезжаем туда. Сейчас позвоним. Ребятам приедут. Приедут, чихнут и уедут. Смонти, Локо, Суперстар. Жену Эну тоже можешь смануть. Суперстар, блин. Да, он у меня талантливый. Суперстар, в смысле, очень сильно стар? Да. Угу. Сверху. Неужто старее меня? Ну, это вряд ли. Так ты молодо говоришь. Главный вопрос на повестке дня. Эти два довеска что-то знают по тактике, или они вообще ни того, ни этого? Ни того, ни этого. Настя, твой тоже, да? Зачем знать? Пусть встают, бьют, помрут, да помрут. Ну вообще, да, он не в курсе, он спрашивает, что мне делать, сдохнуть или поковырять. Поставьте метку, пусть они у нее станут и долбят, пока не сдохнут. В инженера. Пусть прыгнут в инженера, словят. И никуда из нее не выходят. Скажи, шаг влево, шаг вплаво, плюс 10. Так, не, нифига, говорит, тактику знает. Удивительно, откуда, блядь? Стримчик посмотрел, блядь. Все нормально, Вага, отбой, он сказал, знает тактику. Нет, еще. Нифига себе, мы байеров набрали. Умных, сильных, смелых, блядь. Аж не верится. На Вайше мой байер бегал за мной и делал все то же, что... Давайте... Скажи, после рейда с нами вы просто обязаны, после того, как купите шмот, обязаны перейти к нам в гильдию. Я тоже так делал, я. Вага, вот ты позвал байеров, мой бегает, тебя ищет. Ну и пускай. На первой джане нашел самого умного, ходил всю джану. Не, вот прикинь, да, я выбегаю, начинаю бить этого гвардейца, он бежит за мной, тоже начинает бить гвардейца. Видит, что на нем метка, берет, отходит в сторону. Так, Арчо, на пул. Кават, я Тилоникус, сей босса. Кого еще раз? Инженера и босса. Не, Настя, ты что? Короче, там сами люди. Не с утра, завтра на работу. Гуляем. Вага, лут. Это вместо вагабун, теперь вагалут. На оружие это сокрушение затаунч. Не, он теперь вагабон, вагабондович. Великий ужасный. А на оружие только сокрушение и все? Где ну, остальные? Я могу дать дилк на тебя и все затаунтить, все подряд. Оружие, лук. Стану. Посмотрим.
Вага, ты можешь Кирсгорна в четвертую пази кинуть? Спасибо. Так фера боишься? А лучше восьмую. А чё так можно было? Да, тоже. Ну что, пойдёшь? Как-то потолок? Да. Это ГП, тоже железно. Ника, посмотри, что ты байер. Делай табличку. Да. Ой, Бага собрать только дай. Это ГП. Бага тоже притворил. Ну, учитывая, что я на месте стоял и даже автоатаку не делал. Не, Вага, ГП танком. Ты не дослушал. БР по мне, кислый, монород Йотана. А так это так читается. РДД сокрушение. Твоя вот там, где я стою. Шаманы, кстати, могут посох одевать, дать и потом так. Я пробовала, типа не зачем. Да, посох беспонтовый. Жужик, ну, вон где Библ стоит, смотри сюда, вот, назад иди. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советами сразу. Просто так стрёмненько, когда они все рядышком. Это называется импровизация. Не, привык. Ну, сейчас кто-то отъедет, там уже кто-то привык. Да меня откинула эта пчелка, блядь. И хилы не достает, походу. Ну я видела, где-то не успела добежать. Ну ладно. Она в меня бомбу просто еще кинула, вот что охуенно было. Вот он, пирочек. Так, минус первый байер. Женоэн БР Делоруса. Прожмите кто-нибудь рядом. Так,
как вот бесстрашно сражается с этой женщиной. Женуэн, прием, прием. Да он бежал, там Долорес в жопе, блин, был. Неправда, я там ни разу не был. Да. С моего ракурса ты очень даже был в жопе. Каску, возможно. Я теперь Гера себе нажимаю с девизом перед гором. Жалко, обилки не запеременовывают. Можешь поставить туда макрос на крик. Меняйте, Кирсл не домашний. ФМК будет. Сейчас те, кто... в рейда улят, получит ГП. Прожмите полку. Феникс убью. После глыбы обязательно. Я уже сбил голову. Кто тут рядом? Жужжин, Делорус, кто-нибудь палку нажмите. В яйцо, милики, все с яичной. Почему вы дрочите босса? Я вам сейчас ГП въебу. Не убейте, сядьте под босс. Эрикс. По Фениксу играем активнее. Сеть четвертую туда переставь. Милизона. МК сейчас будет. Блять, не убейте только ради бога. Со спины подхожу. Ну, овца вандом стреляет. Лужа, лужа. Яйцо свечнулись шустренько. Не спыльните овцу эту лягуху. Готовимся, сейчас фаза будет.
От хилов, пожалуй. Вот это специально. Кто это? Кто это? Это Байер меня убивает. Феникса! Теперь Байер Вася убивает. Нормально, нормально. Рофлё. Да. А нахрена ты лупишь Феникса, скажи мне, пожалуйста. Ничего не надо было? Я не понял, я не бью Феникса. А вот тот, кто сдох только что. Там у босса 11%. Зеленеющую сферу Делорусу. А если у меня такая шея есть, мне сфера передастся? Нет. Сейчас я тогда у него бабки возьму, ему сразу кинуть. Резните только его, пожалуйста. Вон он лежит справа, сзади. Кому там что отдавать по байерам? Для меня ничего не выпало. Секунду, подожди, Вага. Ну там твой байер нажал на инспект на шею аж. И суперстар тоже нажал на инспект. Я нет, удивлен. Суперстар это как раз мой покупатель, а вот Луногруз это тот, который был. Должен был получить. И должен получить сейчас. Не знаю, что он там жамкает. Но он зато не сдох. И никого не вайпнул. Там можно окошки переключать.
Луногрыз выкидай сферу. Он что, луногрыз. Сегодня все, да? За одну на минуту можем успеть убежать до... Грудак ролит, только йотан нам инспек. Редвар тебе не нужен. А подожди, как грудак, подожди. На войне, на войне. А, еще. Еще раз грудак варус херольцы. А что, сядь ниж, пол? Постоять. А нет, все нормально, ИП у него есть. Да, 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 все, я посмотрел, он ниже. Обидно. Угу. Я в таких ходил. В смысле, Нелик слабый? Меня в контроле взяли, но мне постоянно висела дезориентация, хотя 4 раза он сказал, нажмите. Нет, у это уже значит... У него... Сядь! У него сейчас меньше, потому что ему уже ГП на честь нет. Там сядь, вроде негодует за чест, да? Что-то. У него ластовый кусок, просто поэтому он негодует. Роль свиток. Пашку там дали? С ГП начислили, да?